Так, здравствуйте, обзор на системный блок наших Калугард. Состояние самого корпуса у нас очень даже хорошенькое. Здесь, если что, стекло вон стоит. Снял, чтобы внутреннее состояние показать. Полностью целый, без дефектов. Значит, что по системе? У нас здесь стоит Ryzen 5 26200. Значит, процессор без графического ядра. Обычная офисная, так сказать, простая карточка от Asus. Это 550 Ti на 1 гигабайт. Ну так, затычка. Стоит SSD на 120, которая отработала на 12 тысяч часов. И твердотельный накопитель ARP на терабайт, который по Crystal диску бьет тревогу. То есть его нужно будет заменить. Соответственно, такая вот цена. Все от состояния зависит. Сам корпус хороший, для апгрейда очень позволяет, очень много места, так сказать, внутри. Так, плата материнская у нас B450 чипсет ASRUS. Одна плашка на 8 гигов из 4 свободно, занята точнее. Винты все рабочие, вверху можно расположиться, сбоку, на выдув, на вдув. То есть корпус у нас очень даже просторный. Но так, если вопросы будут по состоянию, еще можете обратиться.